Всем привет, друзья! С вами Горчук Александр. Сегодня нашу программу мы ведем из тренировочного центра Йокао, который находится в Бангкоке, где тренируется номер один в мире по тайскому боксу Сэйм Чай. Это легенда. И сегодня он нам покажет некоторые фишки из своих техник. А сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит. Итак, друзья, многие знают и видели этот зрелищный нокаут, где Сэйм Чай наносит обманочный лоу-кик, после чего акцентированный хай-кик, которым направляет противника в нокаут. И сегодня в нашей программе полный разбор этого трюка вместе с Сэйм Чаем. Итак, первый пункт – это подготовка. Перед тем, как наносить обманный трюк, нам нужно дать несколько лоу-киков противнику, чтобы он опустил немного ниже руки от головы, для того, чтобы хай-кик прошел вчистую в голову. То есть, нам нужно подготовить удар. Пункт номер два. При первом ударе мы ногу не поворачиваем, как в классическом лоу-кике. Мы делаем будто бы мах. Удар идет как касание. На второй удар на хай-кик мы вставляем таз и вкручиваем ногу. Иногда вы можете даже не касаться первым ударом противника, а сразу же переходить на второй. Мы видим, как это делает Сэйм Чай. Пункт номер три. Обязательно после удара возвращайтесь в боевую стойку, для того, чтобы быть готовыми принимать атаку противника, либо опять же атаковать. Ну а сейчас посмотрим еще раз на этот прекрасный нокаут, поймем, что эта фишка довольно эффективна, а также зрелищна. Потому, друзья, будем тренироваться. Пот и труд, все перетрут. Друзья, надеюсь, вы извлекли что-то полезное из этого видео и будете использовать это в своих практиках. Ну а если вам интересно приехать потренироваться в Таиланд, обязательно посмотрите ссылку в описании под этим видео о спортивных турах в Таиланде. А также, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр. До скорых встреч!